Ирина Анатольевич, с победой, вторая победа над Эквадором. Скажите, что вам сегодня понравилось и не понравилось в игре вашей команды? Совершенно два разных матча, но в принципе оно так и бывает, когда спаренные матчи идут с одной командой. Такое получается. У нас было в Аргентине, мы первую игру выигрываем, вторую в ничью. Такое было в Парагвае, выигрываем ничью. И с волнением ждали этой игры. Где-то, может быть, не хватило эмоций. А еще, наверное, самое главное то, что соперник сыграл гораздо смелее. Сыграли в большей персональной опеке, а под давлением всегда играть трудно. Я думаю, вот эти две вещи, где свежесть и игра под давлением, сказались. После непростого первого тайма, что сказали команде в перерыве? Как настраивали девочек на второй тайм? Мы давно не пропускали два мяча. И это для нас как катастрофа. Ладно, опасные моменты для нас, это проблема уже считается. А если еще и два гола пропускать. И подсказали, каким образом мы должны уходить от единоборств, чтобы не играть на сильных сторонах соперника. Не всегда получилось. Сегодня снова забили со стандартов. Расскажите, в чем секрет женской сборной России? Как так классно играли стандартно? Это работа. И наличие людей, которые могут подать, или люди, которые могут завершать. Но мы забили два мяча с игры. Спасибо большое, с победой.